Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем готовить мандариновый джем. Что для этого понадобится? У меня вытянуло 7 мандаринов, получился килограмм. Мандарины надо очистить от кожуры и от белых пленочек. После того, как я очистила мандарины от кожуры и от белых прожилок, мандарины я взвесила. Получилось 800 грамм, значит, сахара я беру 400 грамм. Теперь мандарины разрезаем вот так поперек. Теперь можно приступать непосредственно к приготовлению. Я буду готовить в мультиварке. Если у вас нет мультиварки, приготовьте в обычной кастрюле с толстым дном. Для начала нужно все мандарины переложить в чашу мультиварки. Мандарины переложила я в чашу мультиварки и высыпала сахар. Чашу переставляем в мультиварку. Выбираю режим варенье, час. Нажимаю старт, и через час я буду пробивать блендером всю массу. Время приготовления подошло к концу. Теперь остается пробить блендером. Массу я пробила блендером. Масса получается еще жиденькая, поэтому нужно обязательно уварить. Включаем режим мультиповар, 110 градусов, час. В течение часа нужно будет обязательно следить за тем, как происходит приготовление. Если вдруг закипела и поднимается пенка, пенку можно снять. Время приготовления подошло к концу. Джем уже готов. Очень хорошо загустел. Вот такой джем у нас получился. Я думаю, что вам очень понравится. Попробуйте. Это очень вкусно, ароматно. Я еще добавила 1 чайную ложку вот этой мандариновой приправки, которую я делала и показывала на своем видеоканале. Приятного вам чаепития! Приглашаю вас на мой канал. Подписывайтесь, и вы всегда будете видеть мои новые видеорецепты. Я всем вам буду очень рада. Здоровья вам и вашим близким!